пошла на смотреть. Пацаны. Эй, ребята, всем привет! Это уже вторая часть ТикТока, поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Со мной сегодня Юлик. Вот, а мы с вами начинаем, ребят. Ну все, ребят, мы уже здесь, поэтому давайте начинать. Мы открываем замечательное приложение ТикТок. Я напомню, что 1xBet, высокий профессионализм, сотрудник. Какой-то не человек был, вы видели, когда обезьяна? Котлетки любит. А там пока сколько у нее хуев в жопе за ночь было, что вот это ты знаешь? Или сколько минут до взрыва бомбы в аэропорту? Оказалось, что она ничего и не варила, и варить-то не умеет, правда, что-то предложила. Блять, сам прикол в том, что вот взрослые люди обычно кривляются под какую-то хуйню, а тут взрослый мужик под песню Игорька «Подождем твою маму», это ж песня старше нас, блять. Это песня с 90-х, «Подождем под песню? Него под мой». Нее снимают теперь. Да? Да. Ебать, Игорек поднялся. Вы чё издеваетесь? Вы чё ебётесь? Он такой... Да не забываю, на 61 нормальная цифра вроде бы в секундах снизится, 60 штук. Я не знаю, в минуте. Вы додрали меня. Верки сердючки. Мою маму. Подождём, подождём. Твою мать, твою мать. Мужики в цехе не оценят вообще. Это, наверное, тот самый завод из нашей Раши, где фрезеровщики долбятся. Видишь, много людей снимают. Мама варит классно, может быть, подождем мою маму. Вот эти дуэты, их можно самому снимать без спроса. Вот он снял с ней дуэт и такой, молодка, жена, молодая молодка? Жена. Молодка? Это, знаешь, эти теги видео на порнохабе. Да, молодка, жена, аматор, аматеур. Представь, что ты эта маленькая девочка, и ты заходишь в ТикТок, заходишь в оповещение и такая... Ебать, ебать, надо звонить в полицию. Не выкатывается со дворов. Ау! Это какой-то DLC кабину новых ржа поет. Имеют, будь здоров. Сука. Панда. Чё, блядь? Какая панда, нахуй? Панда. Где я, пацаны? Жду себя. Давайте до меня досмотрим. Там молоко было, блядь. Пацаны, это я, кстати. Бля, ненавижу такие тиктоки. Полчаса ждешь. Вот ты ждешь дропа, что сейчас что-то произойдет. Да, а многие... не смешная хуйня какая-то. Да, вот это реально, это шиза. Хочешь хуй покажу? Хочу. А ты мне че? Тоже хуй покажу? Да не нахуй, бля. Бля, Мипа из Доты опять начал снимать. Реально похоже, слышите? Бля, Мипа из Доты реально очень похоже, бля. 254. А что там? Понятно, Эльдар, в ушко ты её поцеловать, а хуй тебе, у неё есть парень, нормальный, сильный. Блять, Никита, это были не оскорбинки. От приятного Эльдара. Тот, кто повторит, получит от меня поцелуй. В ухо. Просто мрази везде, мрази. В телефоне, мрази в воздухе летают, мрази. Мрази в воздухе, блядь. Он и на бочке сидел, и на кресле. Сука, блядь, вот не оставляешь ты мне выбора, Эльдар. Я приеду в твой Минск, я всю картошку дотла сожгу, блядь. Берем вилку и делаем вот так. Ага. Жду поцелуй. Чтобы ты понимал, как бы эта песня изначально, да, потом мы стали загружать полные варианты. Два пенати он, пацаны. Тиктолог. А чё я в зеркале не отражаюсь? Я чё, призрак? Вампир?
мудак. Причем очень много детей, которые красятся как взрослые, чтобы косить под взрослых. Да ничего страшного, просто они красятся так, что они смахивают на 17-18-летних. Да? И чисто теоретически вот меня пынил мусор, да? И я говорю, ну она же была с фильтрами ТикТока, она была похожа на взрослого. Ну он тебя чисто теоретически, чисто практически посадит на бутылку, скорее всего, или на дубинку. Если взгляд, то четкий. Если надеяться, то только на себя. Если нос, то в сторону. Какой ты такой? Ну, Юлик, нельзя так! Само получается. Привет. Я вижу, что ты еще не подписан на меня. Почему? Я же Maybe Baby. Ты галапить, вы... Блядь, сука, это лучше, что я... Откуда вода? Откуда так много воды? От... Почему все в пюре? Почему все так плохо, блядь, в последние дни? Посмотрите, все в пюре! Я уже не могу так существовать! А я же туда руки! Я всю толстовку испачкала! Я ненавижу жизнь. Каждый день она преподносит мне сюрпризы, блядь. Я не хочу ее стирать, мне ее жалко стирать, блядь. Теперь, видимо, придется. Я веселый таракан, я бегу. Никуда ты не попал, все равно я убежал. Ты я веселый таракан. Сдохнуть бы уже. 2:57 нет такого тайминга. Вы что меня байтите, твари? Это Галат, смотри, Галат новый парик купил, начал снимать ТикТок, пацаны. Yes, tenderly by respect, блядь. Это ты, это я, между нами молния, с электрическим разрядом 220 вольт. И чё ты мне, свои руки показываешь, блядь, разрядом? Я тебя шокером, на улице. Твои руки ничто, блядь, ничто против вот этих вот машин. Покажи, блядь. Это ты, это я, машин. Прекрасные толстовки. Не, блядь. Bestrap.com/Julian/CMHM. С электрическим разрядом 220 вольт. Давай, уже толстовка. О, это Кайло Рен. Нет, это школьник какой-то. Да кто? Это Звездных войн Кайло Рен, видишь, маска. Нет, это школьник на даче. Нет, ты, блядь, что ты делаешь, блядь? А, это этот, я понял, Дарт Вейдер. Типа он еще вот так делает. Чё, блядь? Дарт Вейдер. Это кольцо, которое ты должен отнести и выкинуть в горы. Я все правильно? Да. Маньяк с клюшкой напал на невинных подростков. Это мой ответ тому товарищу. Вот это грудь! Почет банок, брат. На нахуй с локтя хейтерам. Самые охуенные жирные люди, которые говорят, да, я жирный, мне охуенно, я много живу, мне кайфово, идите нахуй. Да, я сдохну. Так не надо. Если я куплю вот, вот эти вот очки, все, вот эту хуйню, врача подойду на улице к маленькой девочке, вот так сделаю. Тебя посадят на бутылок. Возьми трубку, Таджикистан на связи. Э, брат, ставь травмат, если киргиз, блядь, ставь шампур, если эти грудки свиней на европейском в 12-м. Блядь, Руслан, так нельзя. Это реально чуваки, типа, вот так снимают, блядь. Типа, на серьезных ёбочках сидят, короче.
Если бы у меня был отец, и я бы узнал, что он снимает ТикТок и выглядит так, я бы только обрадовался. Моя слабость, кудрявые мальчики, моим нравятся живые девочки. О, Кузьма, Кузьма, привет, ой, Кузьма. А, кадр из моего ролика меня не вставило, шлю. Все, пошла нахуй, все, блядь. Пожизненные дизлайки, блядь. Сергей Симонов, можно нам фуру в Питер? Козлина ты конченая, козлина ты ебаная, блядь. Дебил ты ебаный, блядь. Ты гандон, блядь, понял? Ты сука. Всем сука, добра, блядь. И позитива. Ня-нян, канасии токи, ня-нян, окоттете, ня-нян. Ебать, анимешник нахуй мне качает. Я так научился бурятский понимать за промежуток вот. Давай просто комменты почитаем. Бать, вернись домой, мы с тобой переживаем. А прикинь, реально, отец ушел из семьи, а потом ты в ТикТоке находишь, как он под песню БТС кривляется в обнимку в Лас-Вегасе. BTS, Руслан. Я лев, и я очень упрямый. Я царь зверей. Не подходи, когда я буду пьяным. Я бьюсь один в ринге, но я уже за твою еду, я ее сажу и уйду, только ты не бей, лучше походить. Ты, наверное, очень смешно, по-моему. Лайк надо поставить. Очень смешно. Я стреляю спермой направо и налево, эй, направо и налево, бой, я стреляю. Че за Русик? Какой ЛВ? Какой Русик ЛВ? Какой Русик? Есть... Какой Русик? Ты единственный друг в этом бессмертии. Ты кто? Спасибо. Спасибо, зайка. Сори, не смешно. Можно я выпью? В глаза? А, ну можно и выпить. Давно мы тебя ждали. А что ждать-то? А по-твоему, я на районе движухи устраиваю? Вы тут уже всем поперек горла стоите. Все равно всех поймаем! Бля, и все нахуй! Каждый раз я вспоминаю сердце, помню наше место. Это раньше был доступ, где чувак учил гроулить, типа СБРАЗАНА! Просто впечатление от человека, который изображает, что он гроулит, и от человека, который реально гроулит. Разница ноль. Разница ноль, да, у тебя такое же впечатление. Я всегда думал, что мне хорошо одному. Остался один, понял, что плохо. И наплевать, что люди... Смотри, у нее никнейм 69, Мурка 69. Аня, 12 лет, пошлая, Саратов, пишите. Кину нюдисы в ЛС, пацаны. Ну я, как обычно, выкладу рекомендации. Либо с претензией, типа, я чё зря все это делала? Это хорошо. Ну, гарно. Это хорошо. Кто мы такие, чтобы судить других людей? Мало. Кто мы? Мы Руслан и Юлик, вы что, нас не узнали? 3 миллиона подписчиков, подписывать 100 тысяч лайков, и будет очень много тиктоков. Привет, Пим, всё займись. И Руслан зарегается в тиктоке. Ну, не будет... Да, Руслан, зарегайся в тиктоке, блядь, я тебя умоляю. Да, ничего, выкладывай. Давайте, ребят, реально, 100 тысяч лайков, 100 тысяч лайков. Руслан, я создам профиль в тиктоке. Но будут только оскорблять людей прям там. И потом... Давайте 100 тысяч лайков. Я в Твиттере или... Ты что ж зарегистрировал в ТикТоке? Нет, нет, все. Какая собака! О, Бима! Бима, ебать! Нет, Биму украли, брат! Биму... Ебать! Бима! Алло, мусора! Мусора! Какой Бима? Бима, какой Бима? Какой Бима? Не понял, что за Бима? Объясните прикол. Ага, вы! Биму украли, мусора! Пиздец, бля! Я думаю, она справится. А, пес Юлика? Понятно, Ильдар, в ушко ты её поцеловать, а да. Хуй тебе, у неё есть парень, нормальный, сильный. Блять, Никита, это были не оскорбинки. Тупо, но мне смешно стало. Да, это вообще классное приложение, братан. Все, что озвучено Google переводчиком, это охуенно. Почему я пригодил, ну, как я послал его лёг профейта, он на апорке? Нет, брат, я перевел, она говорит 250 килограмм мандаринов, я брать не буду. Это Новый год, как бы, но это даже для нас слишком дорого. Внимание, тиктокеры, прошу всех встать для исполнения гимна. Давай. Это Тянка снимала клип от моей бэби, по-моему. Вставай для исполнения, не буду. Самая земля.
О, у кого-то свадьба, смотри. Губы, руки, шея, это ты самая. Или выпускной. Вообще у женщин свадьба, выпускной и пятница. Брат, одно и то же. Брат, ты на то, ковры дома. Неправда. Пошлый анекдот. Дорогая, сделай мне миньет. А хуй тебе не пососать? Угарный, замечательный анекдот. Давайте, ребят, на этом мы закончим. Это последний тикток в данном году. Подписывайтесь на канал Юлика. Там куча других тиктоков. Ссылки на которые там вы найдете. Ролики с Русланом. Школу мы смотрим. Всякие штуки. Че, go next? Угарно. Мальчики, соберитесь, это так некрасиво.